Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором фирмы «Август» Александром Усковым и руководителем Вурнарского завода смесевых препаратов Владимиром Свешниковым. Вурнарский завод смесевых препаратов в фирме «Август» называют основной производственной базой. Здесь выпускают более 50 видов пестицидных препаратов. Предприятие может полностью обеспечить потребности сельского хозяйства в химических средствах защиты растений. На заводе работают 12 технологических линий, причем здесь же открыт крупнейший в России цех по выпуску гербицидных препаратов. За месяц на заводе выпускают более 1500 тонн такой продукции. Вопрос о безопасности при транспортировке химических средств здесь под особым контролем. Фасовка проводится в полимерные канистры. Этот материал защищает продукцию при перевозках. Сейчас продукцию Вурнарского завода поставляют не только в российские регионы, но и в страны дальнего зарубежья. Временно исполняющий обязанности главы республики поинтересовался, насколько серьезно отразилась на компании ситуация с повышением курса доллара. Ну, ресурсы, то, что подорожали, для вас они подъемны, да, по ценам реализации? У нас очень хорошая репутация на рынке, поэтому у нас у всех открытые, то есть со всеми предприятиями открытые кредитные лимиты. У нас большие линии открыты и не используются еще и в Сбербанке, и в ВТБ. То есть в сумме мы могли бы сейчас на 5 миллиардов больше взять кредит, чем мы берем. То есть в этом смысле, да, нагрузка у нас небольшая.